Известный казахстанский скрипач Марат Бисенгалиев выступил в столице Германии. На сцене Берлинской филармонии он сыграл поэму Мукана Тулебаева и произведение популярного британского композитора Карла Дженкинса, который соединил казахские мотивы с европейским духом. Такой симбиоз стал возможен благодаря совместной игре с Берлинским симфоническим оркестром. Кстати, в сопровождении немецких музыкантов Марат Бисенгалиев играл впервые. Мастерство казахстанского виртуоза покорило сердца зрителей. Восторженная немецкая публика долго не отпускала его со сцены. Теперь с таким же аншлагом Марат Бисенгалиев надеется выступить в Алма-Ате, Париже, Лондоне, Токио и в Пекине. Мне было интересно помузицировать с этим оркестром, особенно произведения казахских композиторов. Очень такой интересный подход, немножко совершенно то, что, в общем-то, я и не ожидал, но сам результат мне, в принципе, очень понравился. А играть в этом зале просто сказка. Это как... хороший инструмент Страдивариус, где все звучит, где просто любой оркестр, любой скрипач дополняет